Всем привет, с вами Прия. Я не знаю даже с чего начать, на самом деле. Время 7:30. Я сижу, отдыхаю, никого не трогаю, спокойно делаю квесты в этой, как она называется, сюжетная кампания Расколотого берега. Делаю, делаю, мне дают там осколки пустоты, я радуюсь этому, думаю, сейчас соберу свою силу в кулак, не только силу, как говорится, куплю аксессуар. Понимаете, да? Я за этого ДК вообще толком не наиграл. Ну, серьезно. На нем наиграно 90 часов на 110 уровне. Это осколков пустоты я получил, ну, тысяч, не знаю, ну, 50-60, ну, не больше, ну, больше 10 или 12 тринек я не мог скрыть чисто физически. То есть, с учетом там всех нападений, таймеров их и прочего дерьма. На твинка мне падает кристалл. На варе каждую неделю вскрываю по 4 тринки. С самого начала... О, 7-2. Ну, давно я этим начал заниматься. Не падает. Баланс. Вы понимаете? Баланс в этой игре, он прям вот встречает вас, я не знаю, с распростертыми объятиями. И вот я просто не знаю, как комментировать это дерьмо. Я, конечно, рад, что мне выпал кристалл. Я рад, что он выпал на полезного персонажа, не паладина или там на друля, которыми я не собираюсь в ближайшее время играть. Это я не знаю. Это классно на самом деле. Я не думал, что он пойдет на ДК. Да, серьезный апгрейд, между прочим. Ну-ка. Сейчас чекаем, что там со статами будет. Так. Короче, пойдет. А, и челюсть теледопасти есть на этом ДК. То есть, понимаете, да? Я за ДК смог надропать то, что мне не падало на вара долгие месяца. Месяцы. И то есть... Так, короче, играйте Легион... Фармите там осколки, я не знаю, покупайте топовые аксессуары. Желаю вам в этом удачи, как говорится. Всех вам благ. Счастья там, здоровья. Легендарок побольше. Если там у вас свежапнутый персонаж, как говорится, да. Берегите ноги. До скорого. А я пойду прокапаюсь капельницами какими-нибудь.